Более 835 миллиардов рублей составил объем промышленного производства в Волгоградской области по итогам 2017 года. Это на 110 миллиардов больше показателя прошлого года. Такие цифры приводит региональный комитет промышленности и торговли. Наращивание объемов в основном наблюдается в обрабатывающих отраслях. Там рост составил 94,4 миллиарда рублей. Росту объемов производства также способствует участие волгоградской промышленности в процессах импортозамещения. 53 промпредприятия Волгоградской области произвели продукции на сумму более 39,5 миллиардов рублей. Создаются и новые предприятия. С 2014 года в регионе, в том числе с господдержкой, создано 34 новых производства. В этом году планируется открыть 17 новых предприятий и производственных участков. После 5 лет простоя возобновляется работа волгоградского алюминиевого завода. Рабочие места уже получили 1500 человек. Необходимо отметить, что в 2017 году поступления от промышленных предприятий в бюджет региона составили 28,7 миллиарда рублей, или порядка 40% от поступивших налогов и сборов. Промышленности принадлежит и ведущая роль в увеличении волового регионального продукта. Его объем к 2021 году должен достичь показателя в 1 триллион рублей.